Дизель-электрическая подводная лодка «Синдурадж» ВМС Индии сегодня прибыла на ремонт в Северодвинск. Об этом сообщает пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка». «Синдурадж» доставлена в акваторию «Звездочки» на борту судна дока «Ролдокстом». Транспортировка субмарины началась 4 августа. Маршрут пролегал вокруг южной оконечности Африки через Атлантику, Северное, Баренцево и Белое моря. Сегодня днем судно «Док» вошло в порт Северодвинска. Ремонт корабля будет проходить в веллинге 10-го цеха. Северодвинским корабелам в течение 2 с небольшим лет предстоит выполнить второй средний ремонт ДПЛ «Синдурадж» с продлением срока службы. Это субмарина станет 7-й подлодкой класса «Кайло» ВМС Индии, которая пройдет ремонт на Северодвинской верфи.